Сергей, мы here in front of. Ну вот, Сергей, это самое защищенное место в Швейцарии. Мы сейчас находимся на 100-метровой глубине. Вокруг монолитная скала. Для того, чтобы попасть внутрь этого бункера, приходится пройти многое. Сначала проверка документов, потом вас обыскивают. С собой не должно быть никаких электронных приборов. Затем вы проходите через сканер. Вес входящего человека должен быть равен весу выходящего. Разница даже в граммах заставляет срабатывать сигнализацию. Здесь нельзя снимать лица охранников, названия и мониторы компьютеров, двигаться без сопровождающего. И вообще, это то место, где секреты повсюду. И называется оно швейцарский Форт Нокс. Что же так тщательно охраняют швейцарцы? Если вы подумаете о золотых слитках, то вы ошибетесь. В современном мире информация дороже денег. Ни в коем случае никаких линий между компьютерами. Передача данных производится физически, то есть все выносится на руках и только в таких запечатанных коробках. Крупные корпорации готовы платить компании Кристофа огромные деньги за сохранность компьютерных данных и информации. Несколько операционных залов на 100-метровой глубине. Воплощение швейцарской концепции нулевого риска.